ты вообще больше не брокер? Уже недели три. Но ты будешь ходить болельщиком, наверное, переживать? Ну, да, скорее всего, да. А тебе вообще тема медийного футбола интересна? Конечно, или... безусловно интересна, да. И однозначно, я в любом случае буду переживать за Броуку, если у меня получится, потому что летом у меня очень много работы, если получится, я буду обязательно посещать матч. Обязательно.